зараз ми дізнаємося, після того, як переглянемо прем'єр рубрики в підйомі, чому ж, власне, дикий лимон? Так. Що ти хочеш? Та лимон, отстань вже, наконец-то! Ну, куди він побіг? Я не знаю. Ідіот! Побіжи. Їдемо за ним! Здравствуйте! С вами передача «Дикий лимон». И с вами ваши постоянные ведущие Денис «Просто люби» и Юра «Большой ключ». Сьогодні дуже серйозна дата. 11-11-11. 6 одиниць в українському шоу-бізнесі. І тут відбувається дещо дивне. Масове похищення українських звезд. Прекрасно, детка. Спасибо. Анюта, у меня к тебе тут такой очень пикантненький вопросик. Просто у нас есть доказательство того, что ты спала с Ваней Дорной. Доказательство? Да, у нас есть видео доказательства этого даже. Да. А с Юрмалой? С Турции, я была с Еще Турции. И на Юрмале, и в Турции было, да? Подожди, это точно не могло попасть, потому что мы там ничего не снимали. Сейчас, подожди. Вы-то не подумала. Снимали, а мы снимали. Ваня, что же нужно сделать для того, чтобы девчонка смогла тебя закадрить? Но для того, чтобы девочка мне понравилась, нужно, чтобы она была умная, красивая, и чтобы она с первого взгляда дала понять, что отдаться мне на первом свидании. Вы смотрите программу «Дикий лимон». Влад, ты как досвідчений артист, дай відповідь на таке запитання. Чому всі артисти спочатку гонять на жовту пресу, а потім шукають у них допомоги? А есть такие артисты, которые спокойно обходятся и без желтой прессы. Например, ты. Нет. Наташенька, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас так очень хорошо знаю, вы такая классная. Вообще безумно. Не знаю. Скажите, пожалуйста, а это правда, что вы сюда пришли пропиариться? Ну, по чесноку, правда? Нет. Я вообще не пиарюсь, если вы знаете. Странно. Баба Зина уборщица сказала, что она пришла попиариться. Ну. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дикий лимон»! Мы находимся на презентации клипа группы «Нараласа». Безумно классное мероприятие вообще. Много людей пришло. Тут так весело и круто. Вообще место, автосалон, супер. Как они додумались? Хлопці, запитання до всіх. Скільки ви вже варитеся в котлі шоу-бізнесу? Нам 6 лет, і це у нас второй альбом. 4 года ми писали цю пластинку. Тобто наступну пластинку чекати не раніше, ніж через 4 роки знову? Ні. Ви вірите в дружбу в шоу-бізнесі? Так, звісно. Группа «Нараласа» – пряме тому доказательство. Самая главная дружба, яка существует... Так а де ж ваша підтримка? Де ж ваші друзі, які вас так підтримують? Вот наші друзі. Ну что ж, и вот наконец-то заканчивается презентация группы «Нараласа». И я был просто в шоке от той кількості зірок, яка тут зібралась, ціле сузір'я. Да, звезд было настолько много, что мы взяли интервью всего лишь у двух. Але с вами ваша передача «Дикий лимон» и ведущий Денис «Просто люби» и Юра «Большой ключ». «Дикий лимон», залишайтеся с нами.